Людмила Помогайбина – человек с говорящей фамилией. Вот уже 3 года она помогает сотням жителей дома 27 по улице Отважная. Следит за порядком, создает уют как в доме, так и во дворе. Быстро реагирует на просьбы соседей. Труд, любовь к своему дому, к своим собственникам. Они довольны, они спокойны. Самое главное – спокойны они. Они знают, что у нас будет все в порядке. Жители чувствуют себя в безопасности и в период пандемии, потому что каждый день видят в подъездах уборщицу, которая проводит дезинфекцию. Специальным хлоросодержащим раствором обрабатываются все поверхности, с которыми контактируют люди. Дезинфекция управляющими организациями проводится ежедневно, обрабатываются дезинфицирующими средствами все контактные поверхности, дверные ручки, почтовые ящики, кнопки лифтов, домофонов и так далее. Мы как орган местного самоуправления, с помощью жителей, конечно, с их помощью проверяем все эти работы, выполнение всех этих мероприятий. Дезинфекция в подъездах должна проводиться каждый день по всему городу. Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий в подъездах самарцев является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме. Если в вашем доме безопасностью пренебрегают, то следует обратиться в управляющую компанию. Если же после обращения ничего не изменится, связаться с управляющим микрорайоном или районной администрацией. Мария Левина, Максим Гусев, «События».